По определенному поведению ребенка становится понятно, что его мучает боль в животе. Он поджимает ножки, затем выпрямляет их, постоянно хнычет. Это симптомы так называемых младенческих коликов. Как правило, такое состояние атакует новорожденного с третьей недели жизни. Стоит ли переживать родителям и как бороться с таким состоянием? Давайте разбираться. Младенческие колики имеют основные признаки, которые врачи иногда называют правилом трех. Первое – беспричинные внезапные приступы беспокойства, которые проявляются резким плачем. Второе – приступы продолжаются около 3 часов в день и повторяются не реже, чем 3 раза в неделю. И третье – малыш развивается согласно возрасту. На ваших экранах основные признаки колик у младенцев. Покраснение лица, сжатые кулачки, избыточные газы, водянистый стул и не только. Из-за чего возникают колики? Основными причинами колики у новорожденных являются, прежде всего, это погрешности в питании самой мамы и нарушение техники кормления ребенка. Но также приводят к развитию кишечной колики различные кишечные инфекции, дисбактериоз, непереносимость лактозы, аллергические реакции, которые связаны с аллергией, в частности, на молоко, на яйца. Приступы коликов у новорожденных нередко возникают во время или после кормления, обычно через 20-30 минут. Он может продолжаться вплоть до нескольких часов. У малыша краснеет лицо, иногда бледнеет носогубный треугольник. А какими осложнениями опасны младенческие колики? Из осложнений колики мы больше всего боимся того состояния, когда возникает патологическая колика. Патологическая может быть после 6 месяцев, и чаще всего она может быть связана с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Поэтому деток нужно обследовать. А еще, конечно, может быть аппендицит, может быть кишечная непроходимость. А родители могут сами помочь малышу справиться с коликами. Чтобы облегчить его состояние, носите ребенка на руках, сделайте массаж животика или приложите грелку. А главное, кормящая мама должна внимательно следить за своим рационом. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов, и до новых встреч на телеканале ОНТ.